Всем привет, вы попали на канал Нича! С нами Леха Гуркин, Герман Эль Классика, Женя Спиряков, я! Ребята, сегодня хочу, чтобы вы слушали много криков. Я считаю, что Нечай слишком тихий, спокойный канал. Я! Тихий. Но нужно немножко добавить криков, поэтому сегодня я хочу, чтобы вы угадывали по крикам, визгам, возгласам. Фифер, фифер, фифер. Не молчи. Фифер, фифер. Покричи. Сразу, ребята, не будет олейника. Игорь так родился, мне кажется. Он типа вылез. Я такой... Не буду. Если что, мы сейчас очень долго записывались, мы обсуждали рыбалку. И небольшой тизер того, что вы можете увидеть на канале. Это торнадо был удар. Ни чешуйки, ни хвоста. Когда отвлекся от удилища. А там же хрен отвлечешься, ведь такое интересное событие. Я начинаю мотать, но рыба еще там. Я такой, ну хоть рыбу поймаю. Прикинь, на рыбалке волкаут, карп выходит. Да, там же та же рыбаки, типа. Бум, экраны! Реально, это торнадо был удар, лучший канал, чем Нечай. Обязательно подписывайтесь на торнадо был удар, нахер вам Нечай. Давай, первый визг. Крики, визги и пищалки. Кефир? Кефир. Кефир. Очевидно, двойное ха-ха так. Двойное ха-ха. Шанс. Ну это кефир. А ты можешь пародировать, кстати? Ты же пародист у нас. Нет, не то. Это, короче, когда у него начался матч, а камера не включилась. У него до сих пор была камера меню. А, я знаю это видео. Видишь, он двойными все время делает. Браво! Браво! Браво, игра! Браво, игра! Фифер, фифер. Не молчи. Фифер, фифер. Покричи. Тут даже угадывать не надо. Я так вижу, когда вижу свою любимую компанию, где быстрый вывод средств, огромнейшее количество спортивных дисциплин, большущие коэффициенты. Вы знаете, что делать. Просто смотрите видос дальше. Ну, либо есть второй вариант. Так, второй визг. Герман? У меня есть ответ. Джеффри. Джеффри? Нет, точно не он. Я бы сказал Good Max. Такая, знаешь, Алла Пугачева, которая придумала, что можно закадрить Макса. Но мне нравится его вариант. Я понятия не имею, почему, но у меня в голове сидит что-то фаворит, но, скорее всего, это не он. Я понятия не имею. Фаворит! Так, получается, какие варианты еще? Джефф, Good Max и Флэйв. Финита! Вот это я бы понял. Что это, блядь? Хорошо, слушай, Никита нас обманул. Забавно, что Финита теперь может сказать. Совсем меня не смотрит. Да, да, да. Значит, видос у Кефира вы видели. Финита, извини, но я предпочел пиздюка вместо тебя. Это вот этот пиздюк? Фифер, фифер. Не молчи. Фифер, фифер. Покричи. Так, третий визг. Бу! Это визг? Это сова дохлая. Все, это такая, что где когда закрыто. Крутите, волчок. Зацикли, это реально. Скибиди лапа-па. Подожди, сигнализация у меня во дворе. А вот это Джефф. Я бы тоже сказал Джефф. Джефф. Ну, объективно он. Это панда. Это панда. Такой он добрый, все равно бомбежка у него. Андрюха тоже на самом. Бля, слушайте, вы проебываете, я чемпион. Фифер, фифер. Не молчи. Фифер, фифер. Покричи. Тут, короче, сейчас будет два визга, и между ними была фраза. Я фразу подрезал. То есть вы сейчас получите два визга какого-то фифер. Блять! Какой агрессивный фифер. Это когда же писать вот хочешь? Я считаю, что нужно по матерному слову как-то догадываться. Это форца. А можешь два раза кого-то использовать? Да. Я бы сказал, что это же финита. Я просто думал, что повторов не может быть. Это кефир. Ты решил бить кефиром, это да? Это кефир. Блять! Какой кефир? Хотя да, нихуя, это финита. Там рык прям, блять, финита, зверя. Это финита. Ну давай я отвечу опять бы потом. Мне кажется, что сейчас наш смех был больше на Бабатум. Сейчас в этот момент Джефф дома. Нет, Бабатумба, это же такой... Все, это финита, короче. Блять! Объективно. Ну, финита. Я понял по матерному слову. Да. Я сначала сказал, потому что, может, где не будет повторов, поэтому я исключил. Но нет, я повторяю. Ты же в наш ОБЖшник. Нам, короче, ОБЖшник однажды дал тест, в котором все правильные варианты ответа были Б. А мы все сидим, знаешь, такие... Да, блядь, не может быть пяти подряд ответ Б, нахуй. Давай Б выпить. Давай. А он потом такой, ха, дебил, я везде Б сделал. Мне бывало, мне кажется, он один и тот же урок нам рассказывал. Несколько дней. Фифер, фифер. Не молчи. Фифер, фифер. Покричи. Следующий виз. Нет! Ой. Раскаленный поляник, типа, жук. Как же это? И в очередной раз бы сказал, да. Что это финита. Мне тоже, да, показалось. Что... Повторы могут быть. Ну, я скажу, что это форза, ладно. Какой такой незлобный? Это не финита, это не злобный крик был, нет. Реально ни на кого не похож.
еще, блин, ни на кого не похожий Фиф. Я еще лакаю, а не он. А, еще эти могут быть? А почему? Нет, нифига не Good Max, у него голос мелодичнее. Нет! Слушай, нет! Я не хочу проигрывать! Это лакер. Ты за Бабатумы все еще? Да я тоже сейчас думаю лакер. Это акул. Нет! Сука! Это акул? Акул! Фифер. Фифер. Не молчи. Фифер. Фифер. Покричи. Так, товарищи гаражи, осталось еще два визга. Предпоследний визг пожалуйста. Кару! Это Forza Resort. Это точно не Миллер. Да, это точно. И я. И не ты. Я люблю эту древесную. Кару! Это панда. Я думаю Forza. Ну давай будет это Антон. Внимание, это был неизвестный фифер Антон! Forza Resort. Кару! Все-таки Forza. Витоло на ЦБ! Туртуры, какая да, все-таки. Нифига у меня набор звуков. Все-таки Forza. Ну, зря я мне ее поменял. Фифер. Фифер. Не молчи. Фифер. Фифер. Покричи. Я перемотал назад какой-то спич Фифера. Итак, внимание. Это акула, это показалось сейчас. Ой, не перемотал, извините, не поменялось. Это Ставр. А он был вообще? Слушай, а у нас, кстати... Давай поймем ответ Ставр. Меня еще не подожди, я как... Кто хочет стать, он ведущий, он еще не утвердил. А ты тоже что ли берешь этот вариант? Я готов взять. Итак, а подожди, тогда знаешь кто? Да все, сказал, как нет, в шахматах, нет, блядь. Это был... Все, смотри, как в шахматах, смотри, я перевернул. Это же не пенальти! Это Ставр. Да! Да вот это я... Фифер. Фифер. Не молчи. Фифер. Фифер. Покричи. Не, подождите, я проиграл, значит я выиграл. Да! Супер! Ну супер. Ой, куда он полетел? Мы же на крыше сидим, ты что? Верно. Парни, пол это лама. Так вот заканчивается, как обычно, видео на канале Ничай. Спасибо большое, что посмотрели. Ставьте лайки, если понравилось. Переходите на канал Женя Главзенкит, который выиграл, проиграл. Леха и Герман, которые выиграли, не выиграли. Проиграли, не проиграли. И один победил. Нет, пакелдысы. Скрыть,